Солдат спит, служба идет. Да, это так. Но до тех пор, пока не наступает война. Спать на поле боя подобно самоубийству. Сиджей, Элоди, Теджер, Гектор, Софти чудом остались в живых в этот день. И тем не менее, удача в этой битве была на нашей стороне. Нечасто с поля боя возвращалось так много солдат. Шли вторые сутки игры в Cannon Fodder. Такой я видел эту программу, когда проходил эту классную игру, но потом сел писать сценарий и... Давайте я вам просто все про нее расскажу. Знаете, это чувство, когда вы тусуете где-нибудь с друзьями, или просто идете по улице, или пьете утренний кофе, или спите... И такой... Аладдин. Соник. Черепашки-ниндзя. Мыши-рокеры с Марса. В общем, вспоминаете о чем-то из детства, о чем давно забыли, и сразу захотели снова поиграть или посмотреть. Ведь это ж так круто было. В общем, как-то так у меня с Cannon Fodder и произошло. И так как в своем детстве я играл в нее на Mega Drive, то мне сразу вспомнились неудобства, связанные с тем, что игра как будто делалась для управления мышью, а мне приходилось играть вот на этом. Тут я, конечно, вспомнил про вот эту хрень, валяющуюся у меня в шкафу, загуглил. Есть! Для SNES игра выходила только в Европе. Что ж, прости, друг. Дальше пару кликов на eBay и недели ожидания. Проходит день, два, три. Так, ладно, почитаю что-нибудь об игре. Так, серия игр на военную тематику, Sensible Software... Изначально выпущенная на Commodore Amiga. Сейчас многие коллекционные издания не дотягивают до такого размера, а раньше это была обычная игра для Commodore Amiga. Внутри, конечно, пустовато, но тем не менее инструкция приличных размеров, карточка для заполнения информации и отправки разработчику и сразу три дискеты. На вид точно такие же, как мы использовали с вами несколько лет назад. Но несмотря на то, что такую дискету можно вставить в обычный флоппи-дисковод, поиграть не получится. Нужна Amiga. И как после этого персональные компьютеры считать полноценной игровой платформой? У меня есть оригинальная игра, у меня есть персональный компьютер, и тем не менее мне придется воспользоваться эмулятором. Нет, но тратить столько денег и места в квартире, чтобы еще все нужные PC-платформы иметь, это чересчур уж накладно будет. У меня консоли-то уж некуда складывать. Что касается эмуляции Commodore Amiga, тут дела обстоят довольно-таки хорошо.
можно на одном эмуляторе запускать различные биосы, тем самым имитируя работу игры на разных версиях Amiga. Да она даже загрузки в реальном времени делает. Хорошо, что их можно ускорить, так бы я, наверное, постареть успел, пока игру прошел. Ладно, давайте к делу. Заставка только началась, а я уже не знаю, о чем вам рассказывать. О Королевском легионе Британии, о маках, о мелодии или вот об этих ребятах. Так, окей, мак. Род травянистых растений, семейство маковые. Отдел цветковые, класс двудольные, порядок лютикоцветные. Он был символом памяти людей, отдавших жизнь на Первой и Второй мировых войнах. Напоминанием того, что война – это не шутка. Совершенно не думая об этом, разработчики из Sensible Software, это, кстати, именно они, использовали мак как логотип к своей новой игре Cannon Fodder. И что такого? Игра про войну, мак, вроде бы все хорошо. Если бы не... Война еще никогда не была такой веселой. Вот о чем поется в заставке. Да и вся игра сделана по принципу «война — это весело». Королевский легион Британии не стерпел такого отношения к символу дикого мака, и в результате уже напечатанные коробки с маком перед поступлением в продажу были переделаны, а в самом начале была добавлена надпись: «Эта игра ни в коем случае не одобрена Королевским легионом Британии», для того чтобы покупатели ничего такого не подумали. Помимо этого, Sensible Software пришлось заплатить крупную сумму легиону, чтобы те успокоились. Мы заплатили им 500 фунтов стерлингов, и тогда они замолчали. С тех пор я больше никогда не покупаю маки. Однажды я уже заплатил 500 фунтов за один цветок. Джон Хэр. Кстати, когда разработчики делают титры в начале игры, это меня всегда настораживает. Ведь обычно такие игры очень сложно пройти. Окей. Треть игры пройдена. Этот экран я просто обожал в детстве. Здесь новобранцы идут вдоль пустых холмов, у подножья которых растут маки. Слева выходит представитель военкомата и их забирают на войну. Скоро эти холмы перестанут быть пустыми, здесь будут появляться надгробные камни потерянных вами солдат. Причем не схематично, а четко каждому потерянному солдатику по камню. Насколько вы знаете, home и away в спорте означают очки принимающей страны и гостей. Тут это количество убитых врагов и потерянных солдат. На каждую миссию нас будет отвозить вертолет. Да, это, конечно, всего лишь заставка, но она крутая. Кстати, у каждого солдатика свое имя, и первыми в бой идут разработчики. И пока я это говорил, миссия пройдена. Туториалов-то раньше не было, и это я сейчас играть умею. А так, в первый раз было бы что-то такое. Так что для первого уровня самое то. После каждой миссии всех выживших повышают в звании, а остальных награждают посмертно. Кстати, вид могильного камня зависит от звания погибшего. А перед каждой новой миссией появляются свежие новобранцы. Всего в игре их 360. И вот их имена. Среди них Гуфи, Дональд, Альф, Марио, Луиджи, Соник и много еще чего интересного. Все управление на мышке. Левая кнопка идти, правая стрелять в направлении курсора. Патроны бесконечны. Убитого солдата можно еще долго расстреливать и слушать, как он вопит. Если вражеского или вашего солдата ранят, то он будет вопить, пока его не добьют. Можно подбирать гранаты и базуку, вот они уже не бесконечны. При зажатой правой кнопке мыши нажимаем левую и разносим вражеские здания. Главное, чтобы дверью или крышей не прибило, что, кстати, иногда играет с вами очень злые шутки. Миссии, как правило, делятся на фазы, и сохраняться можно только пройдя миссию целиком. И чтобы сохраниться, нужна еще одна дополнительная чистая дискета.
Задача каждой фазы – это, как правило, убить всех, уничтожить все вражеские здания, спасти заложников или комбинации этих задач. Спустя несколько легких миссий игра становится очень сложной. Она начинает издеваться над вами. Многочисленные растяжки, зыбучие пески, солдаты в засаде. Придется планировать каждый шаг, постоянно заглядывать в карту и много думать над стратегией. И часто надеяться на удачу. Главное, не забывайте про смертоносную крышу. Ваш основной отряд можно разделить на 2 или даже 3 отряда с кодовыми названиями «Змея», «Орел» и «Пантера». С получением званий увеличивается скорострельность юнита, а также точность и, что самое полезное, дистанция стрельбы. Эта игра ни за что не была бы такой классной, если бы в ней не было возможности управлять техникой. Сначала вам предложат что-нибудь простое, как, например, перепрыгнуть реку на снегоходе, а потом и дадут пострелять. И не только из снегохода, но и из турелей, танков и даже вертолетов. Со временем ваши солдаты станут еще выше званием и уже в начале миссии будут иметь с собой боеприпасы. А если не дослужится, то в какой-то момент вы будете стартовать уже с определенным званием. Потому что последующие миссии рассчитаны на то, что боеприпасы у вас уже имеются, и иначе их не пройти. Всего миссий 24, но в своем детстве на Мегадрайве я честно прошел только 8. Первую фазу 9 миссии я пытался раз 100 пройти. Столько раз мне это почти удавалось, но я так и не смог. Тут вам дают всего одного солдатика, снегоход, и вам нужно разрушить 4 здания, 2 турели и еще и вражеский снегоход. Помимо этого на уровне полно солдат и некоторые из них с базуками. Это реально жесть. Эх, мне бы тогда мышь. Сейчас я эту фазу прошел со второго раза. Наверное, если бы мне это удалось тогда, я бы весь мокрый и с трясущимися руками молился, чтобы пройти вторую фазу этой миссии и не потерять прогресс. А она оказалась довольно непростой и тоже потрепала мне нервы. Позже я нашел коды и посмотрел и другие уровни, но проходить их нечестно уже не было никакого интереса. И я забросил Cannon Fodder. Но сейчас я был настроен идти до конца. Очень здорово, что в игре несколько локаций, и заставка с вертолетом меняется соответственно. Это разнообразие действительно не дает заскучать. Кстати, что делает труп Кратоса в джунглях? Во второй фазе 11 миссии очень классный абориген. Вам нужно его спасти, а он кидается копьями. Эта мразь мне 2 раза победу запарывала. Большим затыком для меня стала 6-я фаза 12-й миссии, где нужно было одновременно встать на несколько точек и вызвать таким образом вертолет. Об этом я узнал позже, а миссию получилось пройти как-то по-читерски, уничтожив дверь здания из пушки, которая находится на его крыше. Есть такие миссии, как, например, 15-я, которые начинаются с ракеты, летящей в ваш отряд. Ближе к концу, когда кажется, что уже ничего нового не будет, начинаются уровни во вражеских подземельях. Это открывает геймплей немного с другой стороны. Порой встречаются действительно отличные уровни, вроде этого. Или этого. Как думаете, сколько нужно попыток, чтобы найти дверь, за которой вертолет? А тут нужно обогнать вражескую машинку и взорвать ее, и тем самым спасти местного жителя от гибели. И чего он там забыл посреди дороги? Наверное, все знают про уровень в Зельде в виде свастики. Так вот, это не единственная такая игра. В Cannon Fodder тоже такой есть, хотя тут он более уместен, наверное. В конце вы попадаете в полную жопу. 24-й миссии 6 фаз, кромешный ад и в конце снова миссия с вызовом вертолета. Внизу слева счетчик, не успел за 99 секунд, ты труп. Хотя на самом деле это не секунды и пару минут у вас есть. И это еще нужно на последних секундах все облететь и понять, что уничтожать. Невозможность сохранить игру между фазами делает ее адски сложной, и мои нервы часто сдавали, и так и хотелось задействовать возможность эмулятора сейвиться в любой момент.
Но я все-таки выстоял, и спустя 2 месяца с начала игры я ее добил. Тратиться на заключительный ролик к игре такой сложности было бы бессмысленно, поэтому хватит еще одной фотографии с разработчиками. А на Мегадрайве еще круче. Кстати, пару слов о портах. Большинство из нас играли в Cannon Fodder, как и я, на Мегадрайв. Игра была портирована очень хорошо, разве что некоторые цвета изменились, и звуки тут те, которые было под силу воспроизводить процессору консоли. В заглавной теме нет слов, зато туда удачно вставили вопли солдат и звуки взрывов. По нажатию кнопки Save можно получить код и таким образом сохранить прогресс. Только могильные камни и звания не сохранятся, и меня это очень печалило. Я всегда хотел усыпать холмы могилками. А еще в то время мои родители берегли мое зрение, и играл я лишь по 2 часа в день. Таким образом, через каждые 2 часа мои генералы становились снова рядовыми, и это лишний раз все усложняло. Про сложности управления джойстиком я уже упоминал. Кстати, в списке совместимых игр с Mega Mouse игры Cannon Fodder не числится. На SNES тоже очень хороший порт. В следующий раз буду играть именно в него, тем более мышь у меня есть. Почитал тут снова нашу Википедию, цитирую: «А в версии для Super Nintendo вообще нельзя попасть на нужный уровень, не сыграв игру сначала». Ребята, а вы не пробовали нажать кнопку Select? Это вот здесь. Интересно, насколько быстро исправят в этот раз. Финальная заставка на SNES – это тоже что-то особенное. Гораздо больше повезло обладателям версии для Amiga CD32. В нее был включен ролик, снятый Sensible Software за один день и с бюджетом в 500 фунтов стерлингов. Там уже знакомые нам ребята в масках веселятся с игрушечными стволами и показывают войну с веселой стороны. Вообще, это довольно круто делать любую сумасшедшую вещь, пришедшую к вам в голову. Надо попробовать. Денчик на самом деле охренеть. Не буду утомлять перечислениями, если интересно, то сами посмотрите заставки портов для 3DO, Windows и Game Boy Color. А для меня еще один пробел из прошлого восполнен. Приятно было вспомнить эту отличную игру. Теперь я, наверное, не скоро вернусь к Cannon Fodder.